основное устремление нашей школы по подсказке учителя – это развитие творческих возможностей детей и воспитательные задачи по подготовке к жизни молодого поколения, уже воспитанного в определенной среде с определенными подходами, которые в Последнем Завете описываются. Приезда сюда я занимался многими педагогиками, знаком с разными направлениями, экспериментальными и авторскими, и государственными. Сейчас в России одна из ведущих программ становится развивающее обучение Ильконина и Давыдова.
Вот этим я занимался 20 лет назад больше в Красноярском университете. Но после этого познакомился еще с разными подходами, методиками. Такое, например, как вальдорфская педагогика, очень многое мы оттуда берем для нашей работы. Очень многое там пересекается с подсказками учителя. Именно в практике. Именно в практике, потому что нигде, как ни в какой другой школе я не видел таких плодов и результатов в смысле творческих наработок детей. Впервые увидел, что действительно рисовать умеют все. Музицировать, петь умеют все. Последнее течение наших педагогических реформ больше внимания обращает на интеллектуальное развитие, компьютеризация уже в начальных классах. А здесь другие акценты. Развитие творчества, развитие того, чтобы ребенок очень много умел делать руками. Соседний колодца целый день водится, ёлся.
И соседний на колодце целый день родится лёд. И соседний на колодце целый день родится лёд. Отчего ты рожь золотая? А в ответ колоски шелестят, золотые ручки растят. Я горой стою, каждым лучиком пою. Просыпайся, Соня, ёж. Ну а ёжик всё храпит. Птички прилетали, клювами стучали. Это кто здесь? Просыпайся, просыпайся, на работу собирайся. Ну а ежик все храпит. Прибегали мыши и скреблись по крыше. Это кто здесь? Пи-пи-пи. Ну а ежик все храпит. Вы готовы ли к зиме? Ответили лисички. Мы связали рукавички. Рукавички новые, мягкие, пуховые. А у нас есть два варианта. Отвечали зайки. Что даю угадать? Ты хочешь, Мишенька, пример? Смотрит белка из дупла. Я орешка припасла. Высоко моя дупла. Мама сухая, тепло. Доброе утро. Доброе утро, небеса сияют, доброе утро, Матерь.
подковам своим, и на путь освещаешь их всегда, и во всем ты нас не оставляешь. Радость, 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 и мала лети в небеса, твоя боль сердца горит, это Божья сладкая, твоя боль сердца горит, и мала лети в небеса, твоя боль сердца горит, это Божья. С нее именно начинал свою педагогическую практику. Это очень интеллектуальная программа, ориентированная, имеется в виду развивающее обучение Ильконина Давыдова, ориентированная на раннее интеллектуальное развитие, созревание ребенка. Но почему, допустим, я пошел дальше искать что-то другое? Потому что вот мне там очень не хватало именно творчества, очень не хватало искусства и очень не хватало рукоделия, таких вещей более практических. А вот приемы, которые они разработали, допустим, в обучении детей математике, очень интересные, заслуживают внимания, но вот меня как раз больше интересовало, как сказать, более универсальное развитие ребенка, что ли, разностороннее развитие ребенка. И вот в эту сторону как раз я столкнулся в свое время с вальдорфской педагогикой. Закончил семинар, прошел курсы подготовки, посмотрел в Германии школы. Там есть, конечно, и свои сложности, но меня больше интересовали их наработки. Вот. Такое разностороннее развитие детей, сбалансированное между собой, меня и привлекло. Потому что насколько у нас происходит очень часто... Дети попадают в такие вилки между школой, музыкальной школой, художественной школой и спортивной школой. Нормальным родителям, заботливым, охота как-то подсознательно развивать ребенка в разные стороны, и они стремятся их еще куда-то отдавать. Это всем известное течение, в городах особенно, где широко представлены вот эти возможности. Но они начинают соперничать между собой все эти направления. Я неоднократно был свидетелем, когда у ребенка выступления в музыкальной школе и соревнования в каком-то спортивном кружке выпадают на один день, там... шок, истерика, ребенку охота быть и там, и там. И там, и там ему объясняют, что именно вот это важно для его жизни. То есть идет, как бы ребенок попадает, он сам не может сориентироваться, но он попадает в такую вилку. И в конечном итоге потом и получается у нас либо спортсмены, либо музыканты, либо художники, и разрывает. В некотором царстве, в
черемшанском государстве жили-были давным-давно маленькие человечки, гномики веселые. И собирали гномики по всему свету добрые дела человеческие. У меня свечечка, вот у меня свечечка пока еще не горит. Вот ваши мамы и папы сюда приехали из разных мест, из разных городов. И собрались мы здесь все вместе для того, чтобы во славу Господа создать новое царство. Царство света, царство любви. И как взрослые соединяются вместе, сейчас вот огоньки наши соединятся вместе, и мы зажжем большой-большой фонарик. И выйдем на улицу, и каждый класс от этого фонарика зажжет свои маленькие-маленькие фонарики. И мы польемся рекой по всей земле, и свет наших фонариков будет согревать всех тех, кто попадется к нам на встречу, всех тех, кто нуждается в нашем тепле. И возможно, эти фонарики наши, огонечки, светлячки, распространятся по всей земле матушки, и каждому, кому грустно или тяжело на этой земле, от наших огоньков станет тепло. И как взрослые соединяются вместе, так и сейчас наши огоньки соединятся вместе. Гори, сияй, угорай, с тобой я не сиду. Интересное пространство, где ты ощущаешь, что ты молодеешь с каждым днем, что тебе с каждым днем становится все радостнее и радостнее жить. И изменения, которые в тебе происходят, они тебя тоже радуют. Уже не хочется возвращаться туда,
где было в прошлом, и прошлое вообще не вспоминается. То есть и настолько плотность событий высока в дне сегодняшнем, что вчерашний, тем более позавчерашний день, а если неделю назад, это уже кажется как целая эпоха. Третья ступень. Пусть каждый из вас быстрее ветра, белый тигр, гибкая лоза, белочка, выберет себе спутников, возьмет лук и стрелы и пустит стрелу туда, куда укажет ваше сердце. Идите вслед за стрелой, найдите ее, познайте мудрость и принесите ее в наше племя. Луна закончила свой путь. Где ж мои друзья? Пока не вижу никого. А вот я слышу чьи-то легкие шаги. Я вас приветствую, о, юные друзья. Стрелу нашли вы, значит, вы познали мудрость. Вот мудрый гость, ковер мы принесли, и мудрость творческого духа сохранилась. Прибудет в нашем мире терпение и смирение, а творчество вот за ним. Открою я сосуд, и пусть звучит молитва. Как символ нашей верности, как символ дружбы. Всем пора вставать.